К другим событиям. Спектакль «Лёля и Минька» по одноименному циклу рассказов Михаила Зощенко «Лёля и Минька» в Баку представил Российский театральный центр имени Всеволода Мейерхольда. Спектакль предназначен для семейного просмотра, а в основе его – вечные ценности, неподвластные времени. Забавные ситуации, которые описываются в спектакле, знакомы многим детям и взрослым. О детских шалостях, о том, как страшно сознаваться в первой двойке, как иногда обидно, когда старшим детям достается за проказы младших. Веселые рассказы о мальчике Миньке и его старшей сестре Лёле были написаны Михаилом Зощенко 100 лет назад. Однако они до сих пор заставляют смеяться и сопереживать как детей, так и взрослых. Я уверена, что ребенка сегодняшнего, энергичного, конечно, легче всего заинтересовать 3D какими-то штуками, но актерски это гораздо важнее, глубже, интереснее и продуктивнее прежде всего. Если Зощенко это писал про начало 20 века, 1905 год, мы перенесли всю эстетику в наше детство, 88-89 год, чтобы родители поняли, как нужно воспитывать детей, а дети поняли, что нужно жалеть своих родителей и любить. Вот. Это наша главная задача.